и типа вас. Мимо станции конечной удаляюсь я от вас. Полугрешенный, полусвятый, чистокровно сам не свой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я домой. А где тот дом, что в доме дом? Горит очаг, трещит свеча, там у огня сидит родня. Сидит родня и ждет меня. Незнакомая дорога от рассвета до заката. Говорят, уже немного, а чего не говорят. Позабыв свои обиды в прежней сутолке дня, приглашают годы гиды на экскурсию в меня. А где тот я, где песня моя? Она о том, что где-то дом, там у огня сидит родня. Сидит родня и ждет меня. Два всегда четыре, хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, и будет день, и будет век, но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня. Ай-ла-ла-лай, та-ра-ра-ра-лай, 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 но знаю я. Спасибо вам. Завтра на тепло, давление. Берегите себя. С нами был Евгений Бутов и ваш покорный слуга. Спасибо.